Вячеслав Битаров принял участие в онлайн-совещании заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Обсуждали контроль исполнения поручения президента о создании и функционировании центров управления регионами в субъектах страны. Они должны быть созданы до 1 декабря этого года. По словам федерального вице-премьера, центр управления регионом – это важный инструмент мониторинга и коммуникации, который позволяет оперативно отрабатывать жалобы людей. На совещании заслушали доклады от регионов, где такие центры уже открыты. Также стало известно, что в течение декабря сотрудникам центров в регионах проведут обучающие семинары. Напомним, Северная Осетия стала первым субъектом СКФО, в котором создали центр управления регионом. Он даст возможность оперативно реагировать на запросы граждан, связанные со здравоохранением, социальной защитой, строительством, дорожным хозяйством и экологией.